Общественность республики простилась с народным депутатом Илтумен Александром Романовым. Гражданская панихида прошла в Государственном театре оперы и балета. Напомним, что народный депутат скоропостижно скончался на 54-м году жизни 19 мая. Александр Романов был председателем постоянного комитета Государственного собрания Илтумен по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С 1985 года всю трудовую деятельность посвятил развитию строительного комплекса Якутии. Под его руководством были построены около 100 социально значимых объектов на территории всей республики. За многолетний опыт и талант в руководстве в области строительства был назначен заместителем министра архитектуры и строительного комплекса. Он почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России, заслуженный строитель республики. Александр Афанасьевич был профессионалом своего дела, человеком слова и патриотом своей родины. Это для республики очень большая утрата. В самом расцвете сил ушел из жизни один из талантливейших, известных руководителей нашей республики. Конечно, его будет не хватать среди нас. Он был очень порядочным, инициативным руководителем, талантливым человеком во всех делах. Поэтому, конечно, мы скорбим, приносим большое соболезнование его семье, супруге Елене Николаевне, детям и, конечно, близким родственникам, друзьям.